Накануне состоялась рабочая поездка губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского по строительным объектам, расположенным на территории города Нарьян-Мара и поселка Искателей. В ходе поездки было осмотрено 11 строительных объектов. А специально не зашиваете трубы, да, внутрь? Ну, для эксплуатации. Ну да, удобнее, потому что если зашьешь, потом не знаю вообще. Первым объектом, который посетил губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский, был жилой 16-квартирный дом по улице Озерной в поселке Искателей. Глава региона проверил выполненные работы по возведению конструкции здания и внутренней отделки. Следующим объектом была строительная площадка по улице Строителей. Там работает компания «Завод строительных конструкций Заполярье». Сейчас ведутся работы по возведению пятиэтажного панельного дома. Идут земляные работы сейчас. Укатано основание. С понедельника выходит подрядная организация на вязку каркасов, плиты, заливка. То есть через 2 недели будет начало заливки плиты. На плите будет, да? Да, это будет плита. Срок сдачи дома – конец 2020 года. Следующая строительная площадка располагается уже в городе Нарьян-Маре на пересечении улиц Ленина и Первомайской. До конца текущего года будет построен жилой дом, в котором из 41 квартиры 38 власти региона приобретут для переселения жителей округа из ветхих и аварийных домов. Какая технология? Значит, сейчас бетоноподготовка, потом чего? Значит, потом гидроизоляция, потом армирование, да. Потом, и потом заливаем плиту. Потом заливаем плиту. До конца этого года будет уже завершен первый этап строительства. Далее – отделочные работы. Глава округа также осмотрел дома по улицам Полярная, Пырерка, Октябрьской, Авиаторов, Ясли Сатно-Меньшикова, а также 70-квартирный дом по улице Рыбникова. Мы планируем без отделки сдать до конца года дом. Угу. Вот, сейчас мы скомплектовались материалами, то есть основные материалы у нас – сейчас на Винмаре подходят баржи вот, выходные дни, ну, на нулевой цикл. В общем-то, работы идут. Основной состав подъезжает нас на следующей неделе. На объекте подготовлен котлован, выполнен вынос сетей линии электропередач, установлен башенный кран. Выполняются работы по подготовке основания. В ближайшее время начнутся работы по устройству фундамента. К слову, дом будет из облицовочного керамического кирпича. Первый в городе. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».